С начала трехмесячника по благоустройству города с улицы Актобе было вывезено более 400 тонн мусора. К слову о мусоре, полицейскими за это время было заведено 315 протоколов за несвоевременную очистку территории местными организациями и частными лицами. Один из нарушителей был оштрафован на 24 тысячи тенге. По сегодняшний день проведено 5 субботников, где приняло участие 31 702 человека, задействовано 183 единицы техники. И на городской свалочный полигон принято 402 тонны мусора. А также проводятся рейдовые мероприятия совместно участковой полиции, где составлен протокол 315. С протоколов, из них один штраф на 24 тысячи на физическое лицо. Несмотря на внушительные цифры, приведенные городским акиматом, в реальности ситуация с мусором на городских улицах только ухудшается. Львиная доля контейнерных площадок утопает в твердобытовых отходах. Сюда же жители окрестностей и работники коммунальных служб до кучи сваливают валежник и сухостой, собранный во дворах домов. Как следствие, вольные ветра тут же рассеивают по окрестностям пакеты, бумагу и тому подобное. Так потуги актюбинцев сделать свой город чище превращаются в сизифов труд. Не убирают вообще. Нет, нормально убирают, да? Нет, там очень много. Нормально убирают, но просто не успевают. Да. Если приезжали бы через день, тогда бы успевали убирать. А так народу много, насыпают и, короче, через мусорки сыпется. А жители частных домов в районе перекрестка улиц Лачугина и Киселева возмущены работой коммунальщиков по уборке мусора на соседствующей с ними контейнерной площадке. По словам людей, уже две недели как сюда привозят кучи ТБО, сваливают рядом с переполненными контейнерами, потом собирают ковшом и загружают на самосвалы. При этом мусор сыпется буквально на головы жителей частных домов. Раньше хорошо убирал, Ахжол убирал, он хорошо убирал, у нас было нормально. Сейчас вот в последнее время, вот это месяц, постоянно вот такой этот, грязь. Один раз приходит, все вываливает и выгруживает, у них видно, этих нету, наверное, машин вот это. А к вам летит вот этот мусор? Вот этот? Да, она все, вот здесь все, мы убираем же каждый день. Вот это опять, видишь, все убирал. Здесь вообще вот так, если снимать, вся улица в этом. Так что вот это. А жаловались, спрашивали, почему? Да мы каждый раз снимаем, передаем, а что толку? О завалах мусора на контейнерных площадках в ЖКХ знают, как объяснили коммунальщики. Раньше город обслуживали две компании по вывозу ТБО – «Акжол» и «Тазакала». Но две недели назад «Акжол» прекратил свою деятельность. Отсюда и перебои с вывозом. Получают сейчас такие небольшие проблемы. Но несмотря на это, вот, мы предпринимаем меры, подключаем в рамках акции «Туланча Тарзан» у нас компании подключились, которые добровольно помогают по вывозу мусора. Ждем 20 числа. 20 числа у нас будет вскрытие конкурса конвертов по вывозу мусора. Руководство ЖКХ попросило жителей немного потерпеть соседство с захламленными контейнерными площадками, пообещав, что скоро ситуация наладится. А тем, кто заранее заплатил компании «Акжол» за вывоз мусора на несколько месяцев вперед, коммунальщики посоветовали разбираться с возмещением средств лично с начальством фирмы. Антон Пережогин, Алексей Уразов, программа «Факт».